3 декабря в Малом зале детской музыкальной школы города состоялся 6-й фестиваль творческих семей «Ты и я. Музыкальная семья». В нем приняли участие 12 семей, состоявших из братьев и сестер, пап и мам, бабушек и дедушек. Основная цель этого мероприятия – привлечь к совместному музицированию взрослых и детей, реализации их творческих навыков и укрепление семьи. Многие семьи – постоянные участники этого фестиваля. Среди них – семья Матлаш, Белинских, Исаевых, Семеновых, Мартьяновых, Павловых. На высоком профессиональном уровне выступила семья Кахановых. В их исполнении прозвучала русская народная песня «В горнице моей светло». Очень ярко прозвучало выступление на две русские темы в исполнении семьи Константиновых. Никого не оставил равнодушным их дуэт аккордеона и балалайки.